В этом видео мы хотим вам показать котел мощностью 500 кВт, который работает на тюках соломы, а также может работать с автоматической подачей топлива. Таких котлов никто, кроме завода Вихлач, не делает в Украине и вряд ли делать будет, поскольку толщина металла во всех ответственных местах 12 мм. Такая топка, вот даже стенка топки. Все самые ответственные места внутри котла, вот, как вы видите, толщиной металла 12 мм. Там, где нету большой нагрузки, толщина металла в котле 8-10 мм. Все самые ответственные места в котле выполнены толщиной металла 12 мм. Можете вручную загружать топливо. Есть специальный шнек для подачи топлива. Метр 60 в высоту, 1,30 м в ширину дверца, но возможно до 1,5 м сделать. Толщина металла 12. Котел может быть оборудован дополнительной системой автоматической подачи топлива, щипы, пеллеты, угля. Мощность котла 500 кВт. Данная модель выпускается мощностью до 1 мегаватта, как с ручной загрузкой топлива, так и с автоматической подачей топлива. Может быть такого типа горелка, может быть факельного типа, ретортного, на любой ваш вкус.